Всем привет! Будем его проходить сейчас. Так, охранник. Мне бы нежелательно на него, ему светиться. Потому что он может выстрелить в меня или забрать меня. Что-нибудь сделать, наверное. Ой! Уходим! Вот об этом я и говорил. Это конец. Так, ладно. Вот он стоит. Кучу. Так. Лифт. Интересно, можно так пешком, можно на лифте, да? Давай на лифте попробуем. На второй этаж. Ваня, блин, ну чего я тут развел опять? А ну давай в палату. Ты не понимаешь, это более шедевр. Так, так, так. Люди повешены тут, фига себе. Битва какая-то была. Трупешник. Так, санитар. Чё, куда он идёт? О, банка какая-то с чем-то. Нет, я что-то взял. Тоже закрыто. Странно. Так, палата 7. Палата 7, а там какие палаты были? 6 и туалет 5, ага, понял. Так, наверное, наверх надо дальше, что-то здесь ничего нету. Здесь тоже что-то как-то все. Сначала так вот обследуем. В настоящем, а потом еще в прошлое. Оба. Так, это кто такие? Угу. Так, здесь тоже санитар есть, да? Да. Ему желательно тоже нам не попадаться. Закрыто. О. Вот сюда. Что? Вы зовете меня? Мужик, помоги. Докати меня к 11-й палате. Расскажите, как можно попасть на крышу? Значит, на крышу хочешь? Что ж, я знаю как. Но скажу только, если поможешь. Ладно, давайте попробуем. Так. 8-9, там снизу 5-6, значит, наверх надо. Ай-яй-яй-яй! Так. Блин, там пчелы. Так. Он прям за мной погнался за со шприцом, блин, нифига себе. Так, сейчас он уйдет. Вас не удивляет, что я появляюсь из ниоткуда? Да я тут и не такое видел. Так.
идет. Отлично. Тащим, тащим, тащим. В 11-е, 10-е, там дальше, наверное, 11-е. Ага. Чё, в лифт, что ли, надо будет? Ага. Ай! Ты чего тут делаешь? Быстрей! Оп. Фу, блин, чуть меня не это, не поймал. Успел убежать. Так, все, прикатил, чё, куда теперь? О! Текай, вертуха идет. Еще. Бежим! Вертухай, блин. За мной погнался. В 11-й ему надо палаты, да? Так, давай-ка так сначала исследуем, что тут вообще. Так. Вот это ж... Нет, 12-я. А, вот сюда. Так, он один тут, этот вертухай. Санитар. Мне надо туда привезти вот эту телегу. Убегает. Везем быстрее, быстрее, быстрее. Везем тележку в 11-ю палату. Ну так что, в чем секрет? Отлично, спасибо. Короче, слух сюда. Ключ от крыши на первом этаже у охранника. У него шуры-муры с сестричкой с пятого этажа. Тебе нужно их свести. Ну, угу. Как мне их свести? Сестричка любит подарки. Подложи ей что-нибудь. Она тут же побежит к своему любовничку, вот увидишь. А потом спокойно заберешь ключ. Ладно, я что-нибудь придумаю. Спасибо. Ладно, удачи, космический ковбой. А я пошел. Что значит любовничек? Так, значит, нам надо на 5-й этаж. Типа на 5-й этаж, да, нам надо. Так, сейчас этот чувачок. А я вот так вот поднимусь. Сначала так исследуем. Тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. Так, чтобы не попался нам чувачок, который гонится, тут бегает за нами. Оба! Вот она, медсестра. Так, ну тут ничего нету. Еще есть выход наверх. Нужен ключ. Ну иди сюда. Нужен нам ключ. Для начала надо подбросить медсестре, он сказал, что-нибудь такое. Вот на третьем этаже я не... У меня, кстати, в руке вон что-то красное есть, какой-то красный мелок. Это что? Осы, интересно, что тут?
Так, сейчас он уйдет. Во. Быстрей! Блин, нихера себе. Вы мертвы. Так, скорее всего, что-то здесь надо делать. Это какой этаж? Четвертое. Давай-ка туда еще раз на третий вернемся. Пчелами надо что-то делать. Попробуем им вот эту штуку кинуть. Смотри-ка, полетели. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, отлично. Они едят его, эту штучку. Так, а я вот здесь вот сейчас. Цветок, нифига себе. Ага, все понятно. Так, этот цветок теперь надо отнести. Ты чего тут делаешь? А ну спать! Космонавт там пристает тут. Сейчас он уйдет. Цветок это надо медсестре на пятом отдать. Идем на пятый. Надо подбросить ей цветок. Вот она идет. Так. И чё, нифига? Ты где костюм достал? Это, конечно, всё круто. Как мне ей подбросить? Так, она не берет тогда. Вот так вот ей оставляешь, кидаешь. О, что там ваза? Вон в вазе что-то мигает на столе. Сейчас посмотрим. Такая бежит. Ты где костюм достал? В Китае заказал. Так. Ах, какой цветок! Ох уж этот Гриша! Иди ко мне, мой старый. А вон и ключ. Ой, моргает. Ленька, ты это с чего? Вы хороший человек. Все, теперь на первый этаж. Можно ключ забирать. Отлично. Ну все, теперь я смогу выбраться, наверное, на крышу, я так предполагаю. Едем на пятый. Так, наверное, надо выключить.